этот пластик подставляет всех военных, и если и лейтенантов. Такой праздник, который отмечают всего лишь один раз в год, и этот день, когда мы выиграли войну. Чтобы в этот день закончилась война. Это когда все кто-нибудь побеждает, радуется, что он победил. День Победы означает, это когда наш город победил. Все мужчины и прадедушки празднуют. День Победы – это когда это праздник очень важный. И этот праздник называют День защитника Отечества. И все празднуют.